Всем здорово, мои кровожадные друзья, с вами Спикер, и мы продолжаем ночной ужас в игре Dead by Daylight. Сегодня поиграем за выжившую, сегодня попробуем убежать и, конечно же, навалять нашему маньяку. Устраивайтесь поудобнее, и наша охотка начинается. Погнали! Раз, два, три, четыре, пять, мы пытаемся сбежать. И, друзья, сегодня, походу, будет против нас свинюшка. Та самая свинюшка из пилы. Ух ты, да. Чувствую, будет предвкушение хорошей охотки. Но погнали, карта у нас интересная, карта у нас довольно большая, и тут есть где спрятаться. О, друзья, вот она, та самая свинюшка, о чем я и говорил, из пилы. Обалдеть, свинюшки, я обожаю, честно, очень обожаю свиней. И, кстати, можно помочь уже нашему. Так, свинюшку поднимает и тащит куда-то. Нет, походу, одевает на голову. Да, у свинюшки есть, у этого охотника есть новые навыки одевать на голову шлем, который потом, конечно, разрывает голову просто в шмотки. Мне нужен первый генератор, и мне кажется, он есть на втором этаже. Сейчас мы дело и проверим. Нужно уже чинить, и, конечно, нужно убегать, потому что уже первую нашу жертву уже подняли на крюк. И нужно что-то с этим делать. Так, ну хорошо, бежим помогать нашему, потому что нужно всегда помогать и, конечно, спасать. Ребята бегут, бегут, вижу, бегут уже. Пусть бежит неуклюжий, он спасет. Нормально, ребята убегают. Ребята убегают, и все чудесно. Свинючка осталась где-то позади, и мы убежали все. Так, секундочку, нужно тебя полечить, маленько. Ах, она пытается освободиться. Она пытается освободиться от этого... Так, секундочку. Был какой-то шум. Давай же, детка, освободись. Я хочу на дело посмотреть, и как интересно это дело разорвет. Так, может, по идее, тебя полечить? Давайте его полечим. А свинюшка куда-то уж у нас... Окейшки. Куда-то наша свинюшка убежала в другую сторону. Так, готово. Ты готов, но у тебя есть еще шлем на голове, который нужно, конечно, освободить. И мне хочется на это посмотреть, как это будет смотреться, реализовано. И интересно, разорвет ли голову, либо нет. Так, бежим за ней. Мне чертовски интересно это посмотреть. Так, по идее, должна какую-то сделать комбинацию. И что-то сделать. Я даже не знаю, друзья, потому что первый раз с пивой связываюсь, и мне интересно. Стой, стой. Я даже не заметил ее. Обалдеть. Так, уходим, уходим сюда. Уйдем подальше от пивы. Так, так, что происходит? Что происходит? Что это было? Сердце бьется, я вижу, где-то вон там позади. Да, вижу, поднимает жертву нашу. Мы сегодня чиним генератор, мы сегодня просто наблюдаем нашего нового охотника. И походу уже жертву снова нашпинговали. Нет, нет, бежит сюда. Нужно помогать нашим, конечно же. Так, кажется, я видел какой-то сундук, может было его обшмонать. Нет, 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 детка, погоди. Погоди, не так уж быстро. Не так уж быстро меня возьмешь. Так, так, супер, налево, направо. Мы убегаем подальше от нашего охотника. Нет, меня все-таки взяли. Меня взяли и будут, конечно, одевать на голову. Это тот самый шлем из пивы. Обалдеть. Это реально круто. Нужно меня поднять, по идее, чтобы я смог освободиться от этого шлема. Или иначе он просто мне разорвет нашу голову пух и прах. Обалдеть, мне же нравится. Мне чертовски нравится этот маньяк, конечно, я потом поиграю за него. Но сейчас мы в роли жертвы. И нужно, конечно, маленько уползать, чтобы наши ребята смогли нас спасти. Вот, я, кстати, вижу, в мою сторону бежит. Я как раз спущусь вот сюда. Ребята, я внизу, как раз есть у нас тут. Давай, Бил, Бил, поднимай меня кверху. Бил, поднимай, я пойду подбирать комбинацию и попробую снять этот шлем. Это реально интересно, и посмотри, как это сделано. Насколько это все эпично смотрится. Так, нормально. Давай-ка маленько подглотай меня. И я уже, конечно, готов попробовать подобрать какую-то комбинацию. Так, у нас, по идее, есть жертва, которая висит на крючке уже. Так, все чудесно, все прекрасно. И попробуем подобрать комбинацию. Что у нас происходит тут? Нет, 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 чертов с два. Ну какого? Ох, жесть, не повезло. Чертовски не повезло. Но что же делать-то? Приходится, конечно же, мириться с этим. Так, убегаем. Убегаем мы подальше, мы налево и сразу же прямо. Прямо уже направо. Направо, надеюсь, он позади меня. Надеюсь, он не позади меня.
Так, мне кажется, мы все-таки убежали. Нужно все-таки снять этот шлем чертовски, потому что меня, конечно, разнесет в мою голову в прух и прах. А где находятся эти ловушки, которые можно освободить? А, вот они, белые. Они белые, и нужно, конечно же... Нужно, конечно же, как там... Минус одна жертва. Так, бежали, наверное, вокруг. Побежали вокруг, оббежим и попробуем подобрать комбинацию. Так, ворона, брось отсюда. Где-то охотник неподалеку. Так, практически подбежал. И попробуем снять этот шлем. Интересно, когда будет смотреться. Так, снять ловушку. Сейчас мы что-то пытаемся, что-то подбираем. Оп, я не успел. Черт возьми, я реально не успел. Ну давай еще разок, детка. Да, окейшки. Жесть, жесть, мне реально страшно. Мне чертовски страшно, нормальная реакция. И что, мы сняли? Не, друзья, походу не подобрали, и нужно искать другое место. Побежали в другое место, и, конечно, нужно снять этот шлем, либо иначе мне будет просто хана. Кстати, я туда не пойду, потому что у нас там охотник. Вон туда я пойду. Кстати, у меня на карте исчезла уже эта точка. Осталось, то есть, три точки, и нужно как-то подобрать. Так, генератор. Черту генератор, нужно подобрать ключ какой-то. Так, пробуем подбирать. Пробуем подбирать, конечно же. Реакция все в порядке. Один уже хромой. Осталось три генератора. И против пивы реально сложно играть. Потому что я бегаю, черт возьми. Пардон. И сразу быстренько время пробежало очень быстро. Давай же, подбери. Да, детка. Хо-хо-хо-хо. Мы все-таки сделали это. Обалдеть. Это реально круто. И пива чертовски опасный охотник. Конечно, мы поиграем за него. Это будет интересно. И мне нужно искать уже генераторы. Детка, детка, стой, давайте подлечи меня. Подлечи меня. А потом я тебя, нет, 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 я убегаю. Я бегу отсюда, я бегу в дом, наверное. Куда бежать? Нет, я в сторону, в другую сторону. Черт возьми, это реально страшно. Против пива чертовски страшно играть. У нас, по идее, один висит на крючке. Бегаем оба, конечно, ранены. И я даже не знаю, что и делать. Но, по идее, нужно убежать. Я уже уже двое на земле. То есть один на крючке, другой на земле. И мне останется искать уже выход, друзья. Мне нужно найти выход, который будет единственный открытый для меня. Я даже не знаю, можно просто отсидеться. Но я, в принципе, не трус, но я боюсь. Хорошо, будем искать генератор, будем чинить. Конечно, вот есть один генератор, будем его чинить. Осталось три генератора, надеюсь, будет без шума. Двое на крючке, ребята, извините. Я не знаю, что с вами делать. Есть шум, и по идее охотник прибежит на шум. Хорошо, окейшки. Это интересная, кстати, логика. Он побежит сюда, мы побежим в другую сторону и попробуем снять с крючка. Но я вижу уже практически один не жилец, второй тоже практически не жилец, так что придется искать выход, друзья. Ну что же делать? Маленько отсидимся, наверное, тут, потому что уже реально ребята уже практически готовы. Наши перчики практически готовы одновременно. Один и второй. Ах ты жесть. Будем искать, конечно, выход, друзья. Так, мне кажется, собирается ворона возле меня. И мне кажется, поможет мне. Ребята, открывается люк, который, конечно, я могу убежать. Мне такого еще ни разу не было. Но сейчас мы посмотрим, насколько это будет сделано. И нужно искать тот самый люк. Ну, пойдем искать. Медленно, верно, будем искать тот самый люк. По идее, есть какой-то шум. Есть ветер, шум. Но пока что я этого ветра и шума я не слышу. Но будем искать, конечно, будем искать тот самый люк, потому что три генератора я не починю. И где-то нужно его найти. Он, кажется, был где-то в той стороне, но он постоянно меняется, так что это будет сложно. Так, 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 спокойно. Где же этот выход, черт возьми? Я остался последний выживший, и против пивы чертовски сложно играть. Но пока что мы живы, пока что мы идем вперед, ищем тот самый выход. Тот самый люк. Так, спрячемся, спрячемся. Куда ж наш охотник делся? Побежали дальше. Так, мне кажется, я все-таки в той стороне находится. Но по звуку я пока что не слышу, где этот находится люк, и я его должен... Приблизительно неслышным, но где-то точно он должен поблизости быть. Ох, как страшно, обалдеть. Слишком много ворон, слишком много шума. И, надеюсь, не будет за поворотом наш охотник. Там были вороны. Я же испугался. Я думал, как будет какое-то движение. Но там были просто вороны. Черт возьми, где этот самый люк, который можно убежать?
Я реально его не слышу. Ну, хоть приблизительно бы услышать его. Но нет, друзья. Все реально сложно. Так, прыгать вниз? Нет, прыгать вниз я не буду. Я просто бегусь вокруг. Спокойно, спокойно. Сейчас найдем выход. Вниз. Нет, вниз я не пойду. Я реально не хочу вниз идти, потому что там довольно страшно. Хотя можно бежать, наверное, вниз, потом подняться наверх. Так, нормально. А можно, кстати, найти и сундучок. О, как раз есть сундучок. Надеюсь, там будет аптечка. Я подглотаюсь маленько и продолжу свою ходку. Давай же, детка, мне нужна аптечка. Мне нужна аптечка. Скорее же ищи ее. Что у нас там? У нас там фонарик. Ну, в принципе, неплохо. Так что продолжаем жить. Продолжаем нашу ходку. Мне нужно найти этот чертов люк. Так, где тут можно подняться? Где тут можно подняться? О, есть выход. Есть выход, поднимаемся и вернулись на то самое место. Обалдеть. Выходим из этого здания, потому что, походу, здесь тупик какой-то. Так, будем искать. Будем искать, конечно. Медленно и верно мы все-таки найдем тот самый люк. Я уже бежал, кажется, это место. Так, нормально, был шум. Мне кажется, был шум, и охотник прибежит именно вот сюда. Где же? Где же этот люкс? Тут нас нету. Так, секундочку, был звук. Нет, показалось. Мне кажется, я что-то тут не бегал, и тут должен быть точно... О-о-о-о, наш охотник! Я его заметил. Я заметил нашего охотника, побежали в эту сторону. Ну, черт возьми, где же наш люк, который, по идее, открытый, по идее, издает звуки, шум, и я должен, по идее, его слышать. Вот в чем беда. Я его не вижу. Я его не слышу, не вижу. Так, побежали сюда. Побежали сюда. Здесь у нас, по идее, логово нашего маньяка. И мне не очень-то и хочется тут часто бегать. Я убежал всю карту, но я люка не нашел. Был какой-то звук. Был какой-то звук, который мне не очень-то понравился. О, охотник, друзья! Обалдеть! Охотник позади меня. И что же делать? Я даже не знаю, потому что он позади меня... Жесть, мне реально страшно. Мне чертовски страшно. Нужно было на второй этаж забегать. Нет, мы пойдем сюда. Началась паника. Паника, черт возьми. Это паника. Не нужно было паниковать, не нужно было ничего делать. Но черт возьми, нас поймали. Как же так? Как же поймали нас? Нет, мы уйдем. Давай, детка. Давай, детка, нужно уйти. Обязательно нужно уйти, скрыться, убежать куда угодно. Но нужно нам вырваться. Вырывайся же. Где же, черт возьми? О, вот, друзья, вот тот самый люк, о котором я говорил. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Реально огромное спасибо. И спасибо, кто болел за меня, кто смотрел. Это была жесть. Всем до новых встреч. С вами был Спикер. Продолжайте бояться и смотреть. Всем пока.